Вот, у меня из троих. Вот Лунтика дневник, да, он в одно место под стену, там чуть-чуть оставляется свободного места, и туда он ходит в туалет, практически с опилками не перемешано. Кукла, она любит перетаптывать, тут перетаптано, все разбросано, дневники у нас большие, 3 на 4, тоже вот в одно место ходит. Удобно отбивать. А вот Джуника тоже вот в одно место под стену ходит, складывает. И обычно они, каждая лошадка, свое место писет. Джуник посередине, прям видно, мокрая тоже. Кукла всегда под стену. Поэтому там искать особо не надо, перерывать дневник. Все известно с утра уже, кто куда пописал, кто где накакал. Вот так. Так что складываете тоже от другой лошадки то место, куда вы хотите. И приучаете. Ну, в принципе, вот это у нас дневник куклы. Там подобрали дальнюю боковую стену, не отбортовую, потому что она туда писает. Туда все упитывалось. Вот так выглядит. Поубирали. У меня обязательный атрибут уборки. Это пискля в дневнике. Дай писля. Вот так у Лунтика мокрая убирается. Пока еще какашки там. Тачка стоит. Ну, пока вот так у Лунтика. У Лунтика отбортовано. Он не писает под стену, он в серединку. И еще тачечка добавится. То есть я отбортовываю, чтобы не слеживались опилки. То есть их переворачивать. И добавляем опилок. Высыпаем. Все. И остается лопатой взять и чуть разровнять. И подровнять еще. С телефоном неудобно просто. И чтобы лошадь долго не болталась на проходе. Запускаем ее. Денег. И еще одну тачечку я ей подвезу. Просто она в проходе может кого водят мешать. Ну, вот из самого навоза вывезенного денеков у нас, видите, чернозем, скажем так. Мы делаем дорожку и ходим по дорожку, по дорожке. Вводим лошадок на левады. Частные владельцы могут спокойно походить, сходить тоже, меньше будет скользить. И, естественно, котики тоже ходят с собачками. Да, писклю? Ну, вот так. И вдоль левад. Кыся-кыся. Дикая кыся, дикая кыся, кыся, кыся. Все, потопали. Всем привет. Ну, всем пока.